Всем привет, мои дорогие подписчики, гости моего канала, я Маэстро Кортер 1. Значит, в одной из... под одним из видео кто-то написал с вопросом, как же поставить мод из Workshop. Значит, ну, для тех, кто не знает, я поясню. Заходите в Workshop, нажимаете подписаться непосредственно. Там есть у каждого мода, когда на страничку с модом заходите, там есть подписаться. Нажимаете подписаться, и дальше Steam, ну, программка Steam, она загружает этот мод к вам на компьютер. После этого заходите в игру, нажимаете Workshop, и вот здесь вот видите, появились, вот я добавил 3 штуки, и они появились. Больше ничего, по большому счету, делать не нужно. Они должны автоматически будут включиться в игру. Ну и давайте это, собственно говоря, проверим. Итак, значит, вот загрузилась игра. Так, ну давайте зайдем и посмотрим непосредственно, где они у нас существуют. Я, по-моему, насколько помню, автобочки добавлял. А, ну вот, пожалуйста, видите, вот они, можно теперь, я вот этот вот добавил, как он называется, Лиазик, да? И он у нас был по дефолту желтенький ходит. Теперь можете вот, пожалуйста, менять, как вам заблагорассудится. Ну, видите, все работает. Ну, понятное дело, что я еще один добавил мод. Я не помню, какой. На какой-то еще автобусы, но они уже пропали. Ну, появятся там в 80 каком-то году, в 90-х каких-то годах они появятся снова. И также можно будет этот, знаете, строительный такой. Вот этот вот пазик, ну видите, как по мне почему-то он не красится, хотя может быть это нужно через так строительный, это личный, так, сейчас, секунду, где у нас пазик, не, странно, ну пазик почему-то не красится, ну, хотя вроде как пазик поставил, ну главное лиаз. Да, лязик красится, все нормально, все работает. Так что вот кто не знал, да, как поставить из Workshop, ну теперь вот вы знаете. Ставить сторонние моды, это намного сложнее. Если кому интересно, я могу снять, так сказать, небольшой видосик, да, как поставить сторонние. Я, в общем, в интернете нашел моды для как раз Совет Республик. Ну, это вот как раз КамАЗик я на одном из видео. Ну, давайте еще раз покажу. Вот такой вот КамАЗ, например, продукты, да, на нем написано. Это в Варшопе его нету, поэтому это был сторонний. И там, кому интересно, как их поставить, я также могу рассказать. Так, что у нас сегодня по плану? По плану. Да, значит, первое. Это... было предложение от Урал 12-86, значит, было предложением того, чтобы переименовать, значит, Ханты-Мансийск, мы переименовываем. Да, время просто на часах уже 5 часов утра, я тут занимаюсь, да. Так, давайте, значит, переименуем, да, но видите, не вмещается. Будем, значит, так. Так, будет так. А, подождите, где-то... Где нефть, да, он предложил Ханты-Мансийск назвать. Но у нас получается даже, ну, не где нефть. Ну да, только вот здесь вот получается, да, можно переименовать. Так, сейчас это сделаем. Так, все, значит, здесь переименовали. Так, второе, значит, еще было предложение того, чтобы возить, по-моему, Микола предложил, если я не ошибаюсь, предложил, в общем, возить мясо непосредственно сразу же
с мясобойни и возить грузовиками. Таможню, ну, как он написал, что здесь половина пути получается, да, если сюда. Да, пока они здесь, это они проезжают. Ну, да, почти. Согласен, да, почти половина пути здесь вот до сюда где-то они пока здесь будут крутиться. Они уже до сюда доезжают. А здесь, в общем-то, можно сказать, до совхоза, да, рукой подать. Ну, в принципе, можно, конечно, сделать. Ну, я уже наладил здесь, они вот чем-то едут. Ну, может быть, в дальнейшем мы как-то перестроим это. Ну, скорее всего, одни вот эти будут сюда кататься, а когда у нас мясо уже, ну, будет много, да, переизбыток уже будет не хватать вот этих двух машинок, я, скорее всего, тогда отдельно уже поставлю ветку, где будут грузовики, да, КамАЗики с продуктами будут уходить на границу. Так, у нас, в общем, эти работают. Ну, угля, как и ожидалось, не так и много. Ну да, эти с перебоями идет. Здесь у нас рабочих нету. Уголь, железо, да, этого тоже. А, ну пока не видите, вот это не построили, потому что техники нету, и вся техника занята именно. Да, они строят угольную шахту. Ну, давайте я добавлю нас. Или я добавлял уже. Так, нет, не туда. Не тут, точнее, нажал кнопочку. Да, она уже добавлена, так что освободится, когда башен экран уже туда появится. Так, эти вышли. Угу. Мало народу. Очень мало народу сейчас ездят. Эти 6 человек еще. Так, давайте, знаете что, мы начнем с... Блин, а у нас же стали нету точно. Ну, хотя у нас сталь здесь. Здесь немного есть стали. Но я боюсь, что когда я начну строительство, грузовик вот этот, он будет забирать. Да, он будет у нас забирать стали, тем самым не будет дальше строительство, общее строительство идти. Так, хотя давайте проверим. Так, здесь необходимы ресурсы. Необходимые ресурсы. Это стали, механические компоненты. Этот прям. Ох, какой молодец, слушайте. Он уже тут нафигарил. Так, здесь у нас еще сталь нужна, механические компоненты. Так, и здесь у нас сталь и механические компоненты. Так, ну начнем с компонентов. Так, мы закупим немного компонентов. Так, где тут рубли, автозакупка, механическая. Вот здесь как раз можно не этот, как это называется, не думать, вот он сейчас до 9, видите, раз, 9 тонн и все. Вот, да, нашел еще такую фишечку, да. Ставим ограничение, нажимаем автозакупка и все, вот. Видите, можно уже в реакцию не играть. Так, и закупим. Так, и здесь у нас закупаем стали уже по максимуму. Сколько? 52 тонны. Ой, 52 тысячи. Блин, слушайте, дорожает не просто ежечасно, ежеминутно. Ну, хорошо, в принципе, так и должно быть. Так, и давайте все-таки будем... Давайте планируйте. Железная дорога будет у нас проходить, значит, получается у нас вот здесь вот вторым, да, таким плитки. Так, 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 идет, идет, и, блин, вот здесь вот как раз надо думать, как здесь все это распилить. Ну, давайте пока так вот сделаем, да. И здесь у нас пойдет. Ну ты чего не взялась-то?
Блин, слушайте, вот засада. Представляете, не с той стороны вот эту вот хрень. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, так, стоп, стоп, не то она не делала. Тогда, хорошо, тогда, ну, придется немного здесь. Блин, как не хотелось бы, но... Наверное... Так, здесь удаляем. И здесь... Ну, что, блин, тут вообще... Хотя перец мешают за наши электрокабеля. Так, мы по... Стоп, я там... А, я там не назначил, блин, ладно. Пока вот так вот. И здесь у нас пойдет вторая до... Ну, в чем дело? Ага, еще один кабель мешает. Хорошо, тогда мы его также удалим. И этот сюда. Так, ну здесь-то боксинг, здесь ничего вроде нормально. Так, здесь. Так. И выход на эту платформу. Все, только вот эту часть я, конечно, это все за рубли сейчас построю, ну, потому что у нас иначе все это встанет и работать не будет. Так, и у нас здесь получается одну веточку я оборвал. Так, и здесь вот это. Так, вроде бы все работать должно быть, да? Здесь есть электричество, есть, все нормально. Так, ну и осталось, давайте здесь подумаем, как это все, так сказать. А, ну а что думать, слушайте, ну сделаем, не будем, да, придумывать велосипед. Так, ага, велосипед походу надо будет придумывать, да? Ну да, ну-ка, ну, оп, 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 вот так вот, молодец, вошел, все, отлично. Все, пойдет сейчас вторая линия делаться, я надеюсь. Да, поехал. Вот, видите, он уже поехал делать вторую линию. Ну и все. Ну и давайте теперь, в общем-то, быстренько перенесемся в будущее. В общем, стал я производить свою сталь. Закупил этого железа. Ну, а что, уголь уже есть? Вот сколько я? 150 тонн за 20 тысяч купил. Ну, в принципе, а там 14 тонн, за сколько, за 20 стали получается. Вот, со 150 тонн, я думаю, здесь вообще немерено стали выйдет. Но единственное, минус в данной, скажем так, схеме, это то, что очень долго это все будет воспроизводиться. Народу не так много приезжает сюда. Ну и как видите, делают они, ну, прям, скажем, не ахти как быстро, ну... Ну вот уже за минут 10, наверное, ну где-то примерно, 3 тонны, ну почти. Так что, буду, в общем, уже все, своя сталь пойдет, как, ну, опять же, да, что когда здесь достроили, ну здесь уже почти достроил, здесь у нас железнодорожная станция, которая непосредственно будет грузить... Так, это что у нас? Это у нас перерабатывающий, да, здесь железо будет сюда поступать. И, скорее всего, будет, я еще думаю, сюда же перенаправить трубу, которая будет, ну, точнее, не трубу, а конвейер, который будет сбагривать эту железную руду, необработанную. Если ее будет, ну, скорее всего, будет очень-очень много, и чтобы она не залеживалась здесь, просто-напросто будет один... Состав уходите на таможню, просто обычную руду сдавать. А уже непосредственно само железо мы уже на сталелитейку, а со сталелитейки уже будем, как говорится, на наши нужды пускать. Ну и так, мне остались считанные дни до завершения нас переработки железной руды. Так, там 130 трудодней, но это быстро. Все компоненты уже собраны. Готово к отправке. И вот
тут у меня встала одна вот эта проблема. Назначал этой строительной конторе, чтобы она там делала, а его сбрасывает почему-то задачу. Ладно, надеюсь, что сейчас построит. Также у нас вот этот вот крендель все-таки тут ездит уже потихонечку. Ну как, ну да, потихонечку, в общем, делает дорогу. Так, у нас и вот этот участок пойдет, да? Да, вот этот останется. Я единственное вот эту часть построил за ресурсы, потому что, ну, иначе этот встал и ему ездить нигде не было, в общем, пути не видел. Ну, я там тут перемудрил, да, с этими сторонами. Не рассчитывал, что будет два пути. Я думал, что как бы ограничусь одним. Вот, ну, придется, значит, два пускать. И потом еще у меня вот этот вот стоит. Ну, он так по чуть-чуть загружается, в принципе. Ну, как видите, 90 тонн еще осталось. То есть он переработал, получается, там 60 тонн. Ну, и опять же, проблема вся именно то, что людей, видите, мало приезжает, да. И вот, ну, здесь вообще взяли и свалили все домой, блин. Да. Ну, люди не дожидаются, видите, вот они стоять. Слушай, вот ты забери-ка их еще раз, а. Иначе они свалят. Они, главное, ну, приходит толпа, допустим, стоит. И потом, пока он уже, ну, там, полпути проехал уже, достан, ну, с другой стороны едет. И смотрю, они потихонечку уходят, расходятся домой, не дожидаются. И когда этот электричка приходит, там, ну, стоят 5 человек из 20 оставшихся. Ну, вот 5 человек вроде доезжают до сюда. До той станции дальней это вообще, блин, эпопея такая, что это... О, видите, ноль, все. Редко-редко кто-то туда приедет, ну, там, пару человек. Но они в основном в пожарную станцию за в этом работают, там поработают и уходят. Ну ладно, бросим это, мы наладим. Тем более народец у меня, кстати говоря, уже прет. Да, видите, уже 2000 у нас. Ух. Но все дело в том, что я вот видите, они все под завязку забиты, они все под завязку забиты, и нам не хватает домиков. Да, поэтому сейчас будет строительство домов. Но при этом будут дома такие очень большие, наверное, 170, 189. О, 189. Так, наверное, вот где-то, да, поближе, наверное, к станции, чтобы они все-таки сюда ходили работать. Так, где-то вот, ну, встань. О, потом как-то так. Вот. Ну, давай, ладно, пусть будет так. Блин, жалко, вот видите, про эти... Не хочу сейчас электро эту передачу, блин, сносить эти столбы. Тем более, пусть будет некий зазорчик такой вот останется. Так, и где-нибудь... Вот так, да, вот так вот. Все, пока три домика, дальше посмотрим. Ну, опять же, вы предлагаете, куда мы будем строиться, потому что здесь еще тоже, ну, здесь можно дома построить. Жду я маленькие остановочки, блин, пока не было ни обновлений, ничего. Я бы уже давно вот эти вот снес бы сюда бы. Слушайте, а давайте, может быть, сюда действительно поставим еще один домик. Какой-нибудь такой красивенький. Даже, знаете, не, есть дом такой продолговатый, длинный. Во, слушайте, вот прям идеально, слушайте, ну почти идеально. Так, как-нибудь его. Ах ты ж скотина, ты чуть-чуть не вмещаешься, да? Дорога тебе прям вот. А вот как бы он идеально, да, вписался прям. Один домик, ну длинный. Да, не хочет. Так, этот, ну, это так себе. Надо какие-то вот длинные. Я вот хочу длинный такой вот найти, чтобы он прям длинный. Может, конечно, этот.
Блин, он маленький. Ну вот эти точечные уже тоже современные более, да, получается. А здесь все-таки у нас старый район. Все-таки, можно сказать, кирпичные, деревянные. Так, а этот-то поместится, ну. Блин, как бы тебя так. О! Слушайте, о! Нормально, вот этот, наверное. Ну и чего, ты же показывал, что ты встаешь, да? О. Так, только единственное, надо будет ему отменить строительство дороги, вот этот вот. Так, и назначить здесь будет у нас. Так, как-то так. Ничего тебе не нравится. Блин. Да ладно, ну блин, ну опять ты мне. Что за фигня с дорогами? Ну, как-то так. Получилось, конечно, загогулино, но. Но прикольное. Да, ну, прикольная загогулина. Ладно, вот так вот будем. Так, все, три домика будет сейчас под строительство. Четыре, да? Да. Так, не назначено ни одной конторе. Блин, почему вы не подхватываете? Я же вам. А, либо у вас, да, наверное, скорее всего, много задач, да, и он их не успевает выполнить. Ну, хорошо. Так, и у нас, походу, построился, да, построилась переработка железной руды. Так, теперь у нас встает причина в рабочие. В рабочие, рабочие, рабочие. Едут они сюда и крайне-крайне плоховато. Так. Ну. Да, пока вот эту не достроили тоже, пока не вижу смысла за, так сказать, отсюда кого-то, ну, поезд запускать, да, поскольку у нас там не так много. Но можно запустить непосредственно. Так. Здесь построили? Построили. Так, а почему ты сюда не поставляешь. Так. Железная руда, ну. А чё ты сюда не это? Где железная руда, а? Блин, опять что ли это. Вот этот глюк, ну, он бывает. Редко, но бывает. Когда подсоединяешь, и он типа тупо не хочет. Ну. Сука. Ладно. Так, давайте это. 25. Ладно, сейчас я скоплю немного денег. Непонятно, чего он не. Вот эта железная руда должна была перекочевать вообще вот сюда вот. Ну, сыпучих веществ. Ну вот ты сюда и должен был сбагрить. Ну, странный какой-то. Либо рабочих, почему? А, либо рабочие нет, которые могут туда. Но конвейер у нас, по-моему, вообще не привязан к рабочим. Ну, странное. Еще как вариант, конечно, есть. Знаете, возить на стрелитейку, либо куда-то сюда. А, подождите, а чё я, блин, не поставил этот? Автомобильную-то стоянку. Да, они же, ну, всякое у нас же есть, это вот автомобильно, я думаю, дотянутся. Дотянутся, должны дотянуться. Так, куда-то. Не, давайте побольше, средненькую, наверное, да? Ну, пока среднюю, если она, скажем так, будет маловато ее, значит поставим какую-то еще. Так, и где у нас троечка? У меня троечка. Так, и сюда. Так, 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 и давай вот, ну, протянешься, протянешься, я тебе верю. Так, ну, цепляйся, вот, так, и здесь мы
сделаем. Вот, все. Теперь у нас должны подхватить рабочие, по большому счету, строительные. Но на всякий случай надо им все-таки сказать, чтобы они здесь сделали. Не, подхватили, нормально. Вроде бы. Да, я надеюсь, что эти все-таки кренделя доедут. Ну, пока не видно, но доедут. Отлично. Даже, может быть, я отсюда где-нибудь нужно будет поставить еще. Ну, здесь маленькая. Да не, нормально. Для них, я думаю, тем более, можно потом переоборудовать ее. Снесем ее и поставим, возможно, большую. Да. Ох, ни хрена себе, прикиньте, сколько народу сбежалось на стройку домов. Вот что значит субботник, да? Помните, как это в СССР, да? Субботники. Да. Только главное, что самое интересное, что нифига еще пока нету ни одного материала. Так, как вы вообще возить собираетесь, братцы-кролики, а? Где вы там? Ага. Ну. Чего тебе не видно? А, ты не видишь, где дом построить. Я понял. Блин, ладно. Тогда ему сейчас... Так. Итак, хотя бы поставить, чтобы он уехал. Поехали же, поехали, да. Видите, когда я дом поставил, и была дорога, они сообразили, ну, как-то, да, сообразили, что нужно сначала дорогу, типа, все там поставить и так далее, и туда заехать, типа, бетон завести. Ну, я же все поудалял. Да, теперь они, ну, сейчас, да, сейчас должны доехать, да, все нормально. Так, у нас... бетончик есть, что-то еще привез, во, гравий, все, асфальт еще осталось. Ребята, асфальт давайте, народу настройки прям, так, надо поменьше, а то они сейчас все сюда сбегутся. Вот так вот они сбегаются, а потом не в торговом центре, не на производство где-нибудь в этих мяса или еды никого не остается. Так, давай сюда стой. Да, я вот эту контору назначаю крайне редко, ну, чтобы они возили людей, там, иногда. Да, вот они назначили, там в основном автобусы. И, хотя, с другой стороны, слушайте, может, четвертую, вообще надо четвертую поставить контору, где будут чисто, ой, чисто автобусы, блин, микрофон задел. Вот, одни автобусы останутся, и их действительно, ну, потому что сюда вот запускать автобус, ну, нет смысла, они и так тут, вон, прибегают народу. Ну, да. Да, надо будет только вот куда эту строительную контору вот так поставить, либо распределить. Ну, здесь у меня три. Здесь можно, конечно, отсюда убрать. А, нет, здесь четыре. Бог с ним, ладно, потом что-нибудь, да. Ну, либо вы посоветуете, да, непосредственно комментарии напишите, может, стоит ли открывать новую или не стоит контору открывать. Так, это на уголь пьете? Да, но вас мало, вас очень-очень крайне мало. А мало все потому, что вот эти кренделя сидят на стройке и ждут, когда же, да, асфальт перевезут. Угу. Асфальт, походу, долго будет. Где у нас асфальтовый завод? Ну, хотя не, если они сейчас быстро приедут, ну, вроде рванули нормально. Да, вроде все рванули. Сейчас их должны загрузить будет без проблем. Да, решил я все-таки сюда еще добавить этих самоасфальтчиков. Где у нас... Крымчук, блин, 40.
Ну, на один хотя бы. Ну, хотя бы один. Можно еще бетономешалку. Бетона, бетон, бетон. Где у нас бетономешалка? Вот она. По 40. О, КамАЗик. Слушай, давай-ка мы тебя... Ильич, вот тоже 9, вот смотрите, да? А этот один и стоит дешевле. В чем рэ? Вообще какие-то цены здесь вот, ну, слегка непонятно, вот, во всяком случае для меня, потому что как это все считается, да, почему она там, где очень большой груз берет, он стоит намного дешевле, тот, который меньше берет грузы. Так, это у нас, кстати, машинки какие-то появились. Так, что у нас тут появилось? F-ка, S-ка. Так, девятка появился. А, наверное, вот этот вот появился. Ну да, вот он. Ну, кстати говоря, его тоже, видите, можно перекрашивать. Будем красить с вами. Малярами заделаемся. Да. Знаете, такой заброшенный городок. Никого нету, никому не нужен. Блин, никого нету. Да. Так, тогда надо как-то... Я думаю, знаете, что я сейчас скоплю денег. Слушайте, ой, какой-нибудь 150, 200. Где-то тут у нас, да, вот депошка. Так, 200 с лишним тысяч, да? О, уже 314. В общем, 314 тысяч скоплю и откроем второй, будет тут кататься. Надеюсь, это как-то улучшит положение в двух городах, ну, на двух, точнее, производствах. Одна сталинитейка и вторая железной руды. Да, но при этом, походу, да, но нужно вначале вот эти с домами разобраться. Без них у нас население не так сильно растет, 200. Ну да, если мы сейчас еще домик какой-нибудь возведем, у нас, я думаю, что еще как минимум... Так, сколько нам еще тут заводить? Ну, тут... А, кирпичи тебе нужны. А вот с кирпичами у нас будет проблема. И здесь нужны... А здесь кирпичи не надо. Здесь панели. Ну, с панелями у нас тоже не особо проблем есть. А вот с кирпичами проблема, потому что их производят из угля. А уголь как раз он не хреновенько делается. Так, нужно здесь тогда отменить... Да, погрузку кирпича отменяем. Ну, потому что здесь складировалось. И я как-то его стал продавать за ненадобностью. Нормальная такая фигня, прикиньте. Значит, строил вот этот вот крендель. Ну, железнодорожный, который. Теперь пишет, нет рельсоукладочной техники, подходящей для строительства. Да, вообще поражаю. Ну, компоненты есть, панель есть, сталь есть, рабочие есть. Чего ему нужно еще, непонятно. О, выехал, представьте. Но все равно пишет, нет рельсоукладочной техники для строительства. Хрень какая. Так, построился, слушайте, здесь автостоянка построилась, ну-ка, дотягивается она. О, слушайте, ну да, смотрите, аж до дальней, вон до той, там, где у нас медицинская центр, да, стоит. Ну, отлично, слушайте, ну тогда должны, в общем-то, люди теперь ездить и на машине сюда, я надеюсь. Я вообще планировал, что как-то они более активно будут ездить. Ну, в плане того, что, знаете, вот если есть машина, он будет предпочитать на машине. Так, давайте, я думаю, тоже всех поставим. Но, как оказалось, а здесь они ездят очень крайне редко. Вот. Ну, они как стоят вот эти вот. Редко-редко кто-то из них куда-то выезжает. Вообще не знаю, зачем тогда это автомобили, если они редко ездят на них. Вот. Здесь вот это вот практически вся заполнена, и вот эти вот всегда, ну, тут 3-5 машин, может быть, уезжает, и все. Остальные просто тупо стоят. Смотрите, сейчас вот на остановке, на железнодорожной станции, точнее, которая у нас, видите, как быстро-быстро уходят люди. А он только, видите, еще только обратно едет. Блин. Да, вот так вот проябываются рабочие, так сказать, силы.
О, наш первый клиент приехал. Смотрите, да, приехал на автостояночку и где-то он работает уже. Так, а ты где, кстати, и откуда вообще живешь? Где ты живешь? Так, давай-ка посмотрим. О, смотрите, он аж с этой остановки приехал. Самый дальний. Слушайте, а она что, тоже дотягивается? Нет. Но он доехал. Слушайте, вот это ж клево, это клево. Если они все-таки не привязаны по, так сказать, расстоянию, ну тогда это хорошо. То есть до этого-то нифига они не ездили. Ну, это может быть, знаете, такой один из исключительных, который все-таки догадался, что на машине можно уехать куда угодно, и он решил все-таки доехать до туда. А так вообще редкость, ну, первый раз, не то что редкость, я в первый раз такое вижу. О, у нас тут доехали ребятки все-таки до железной этой шахты. Слушайте, ну, вырабатывает неплохо. Да, уже видите, руда уже начинает скапливаться. Так, думаю, что надо будет как-то запускать, наверное, какой-то поезд. Ну, блин, поезда сейчас стоят писец, как дорого. Да, я вот думаю, ну, видите, опять же, сюда очень редко приезжают, поэтому думаю, наверное, скорее всего, все же электричку это в приоритете, самое первое надо будет ее все-таки вторую купить. А потом уже, да, потом уже задумываться еще и покупки непосредственно локомотива, который будет таскать это все. Ну, железную руду и железо само. Ну, здесь пока, видите, даже до сюда никто не дошел. И эти еще как кренделя еще даже не собираются строить. Обалдеть. Даже не доехали, не построили. Жопа. Жопа. Так, и нужно... Блин, еще и здесь я еще как-то не придумал, как эту развязку делать. Можно, хотя можно попробовать таким вот макаром. Нет, вот этой. Но пройдешь, пройдет, но блин. Вот так вот, да? И потом уезжать. А, ну там все равно во вторую линию входить. Да, если мы даже, ну, даже если я здесь пройдем, то нам нужно будет все равно во вторую линию входить. Опять этих перекрестков будет куча, они, ну, тупой на самом деле здесь интеллект у поезда. Наверное, скорее всего, тогда где-то, да, наверное, все же вот, да, пойдет вот так вот. Не, можно было бы, конечно, его завести отсюда, но тут тогда перестраивать, ну, не то чтобы много. Так, где-то тут. Ну, хотя можно, да, хотя можно и так, но, блин. Ну, давайте где-то. Где-то как-то так можно, конечно. Да, надо дождаться. Вот это он ни хрена не хочет достраивать дорогу, придурок. Блин, 91 тысяча стоит достроить ее. Но он где-то здесь. Слушайте, где-то он шараебится, этот строитель железнодорожный. Или чего у тебя? А, стали нету. О, теперь видите, надпись пропала, что типа я не могу найти. Ай-яй-яй. Так. Да. Стали у меня проблема. Пока нормально завод не заработает. Ну, хотя бы туда, знаете что, хотя бы туда приезжали бы рабочие. Рабочие, если бы там были бы, то можно было бы на первое время запустить этот, ну, автобусе, ой, не автобусе, грузовик, точнее, запустить.
И он бы там что-то делал. А так, ну, даже туда не доезжает. Это, говорю, редкая птица, которая, да, пролетит до середины Днепра. Вот тут то же самое. О, я тут, короче говоря, поизвращался и, ну, подождал, в общем, этот. Загрузил на 97 пассажиров, прикиньте. То есть у меня теперь и там будут работать. Ну, это, конечно, единичный случай, там запарочно туда-сюда гонять эту электричку. Но, с другой стороны... Так, здесь... А, здесь уголь. Ну, уголь сейчас вам пойдет, да? Пойдет же. Или нифига не пойдет. Ага. Так, интересно, почему не пойдешь? Потому что, наверное, кто-то летит, как забирает. Так, и давайте здесь посмотрим. Ну, вот. Ну, какого же ты хрена встал-то, а? Так, ладно. Так, ну. Да ладно, ну ты чё, блин? Тупое создание. Давай. Я говорю, тупое создание. Еее, все, отлично, у нас пошли. Так, здесь работают и дойдут, доходите. Молодцы, я вам дорогу специально построил. Все, у нас пошло железо. Ну, как пошло? Оно есть немного. И давайте запустим грузовичок, который будет это все железо перевозить на нашу пока стрелетейку. Так, где у нас станция? Где у нас грузовик? Бортовой вроде бы, да, возит у нас. Железо. Нет, не бортовой. А, самосвал. Возможно, самосвал. Точно, самосвал. Так, либо можно Крымчугам, да, купить. Это у нас сколько он? 12 тонн заводит. Либо КамАЗ, а КамАЗ 16 тонн. Слушайте, давайте, наверное, КамАЗ 38. Нормально, тем более он дешевле стоит. Подешевле. Так, и где у нас тут? Загружаешься тут и выгружаешься здесь. Все, поехал. Да, я, видите, специально дорожку здесь такую сделал. Ну, обычную, не асфальтированную, не гравием никаким, просто обычную такую сельскую. 35 километров в час. Ну, хотя бы тут, ну, не надо будет ездить вот так вот вокруг, да. Он здесь может спокойненько по чуть-чуть ее нам довозить железо. Так, хотя, блин, хотя, конечно, лучше через склад вот этот. Видите, сейчас некуда сбывать железо, поэтому встает производство. Конечно, это лучше всего через склад делать. То есть сначала завод, точнее, переработка завода, потом склад, а потом уже вот эта заправочная станция. Иначе писец. Ну, так вот стоит и все. Да, получается простой большой. Но опять же, здесь сейчас не принципиально важно, поскольку у меня всего лишь одна непосредственно. Точнее, заговорился, не одна, а один раз так получилось сделать. Вот, именно в плане того, что 96 человек закрутить. Ты дебил, ты почему вот. Ты уехал, он, блин, не заправился, ни хрена не заправился. Ой, какой же идиот, а? Ну почему ты раньше не заправился? Ну видишь же, у тебя осталось горючки-то мало. Ну ты, блин, теперь опять встал. Сколько у тебя человек здесь? 55, а здесь сколько? 99. Давай-ка вернись. Я тебе потом. Давай. Возвращайся, забирай. Во, стой. Постой, я тебе сейчас сделаю все эти
манипуляции. Так, где тут? Так, так. Так, давайте ему, наверное, блин. Я даже не знаю, что ему. Вот ему стоят два светофора. Чего ему не нравится? Давайте один здесь поставим. Да. Так, ты поедешь, и если таким макаром у тебя будет стоять. Нет, не поедет. Тоже красненькая она. Да? Хорошо. Так, а если тебе... Таким макаром поставим. Ага, зелененькая, отлично. Так, значит, он переезжает, но опять же здесь встает красный свет. Так, здесь нельзя, и здесь нельзя. Видите, вот из-за этой байды. Так, а если мы убираем, то нифига. Так, хорошо, а если мы сюда... То есть как-то так. Да, ну ладно. Главное, чтобы он сейчас пока ездил, когда уже построится вот здесь вот ветка. А, то есть вот так вот ты, да? То есть все равно не видишь. Ай, ешь ты ж такие. Так. Ну и чего ты прикажешь делать? Да ёб твои. Твою я. Ну ты дебил кусок. Все, наконец. Я опять же, вот непонятно, то ли он будет ездить, то ли он. Я надеюсь, я ему столько светофоров уже натыкал, что он должен ездить. Даже теперь не спрашивая, куда ехать. Во, у нас хоть туда уже приехал. Наконец-то, КамАЗ! Где тебя черти носили, блин, приперся. Думаю, что надо, да, с таким послужным списком работников надо будет этих еще одного КамАЗика все-таки прикупить. Правда, этот дебил кусок все равно поедет заправляться, но благо он потом. Так, ты где? КамАЗ, блин, не то, самосвал нужен. Самосвал, самосвал, самосвальчик. Так, сюда. И так, давай-ка ты вот отсюда вот так вот я сделаю. Я надеюсь, что он не кругалями поедет. И сюда. Так, здесь мы делаем выгрузку, а здесь мы делаем полную загрузку. Так, только так, только вот где на железо, вот, потому что там еще, надеюсь, там еще будет погрузка этого железной руды. Вот. И чтобы он там ее не забирал. Ну-ка, ты куда поедешь вот сейчас? Направо или налево? Ага, направо. Молодец. Вот. Все-таки ближний свет поехал. Здесь он хотя бы быстрее сможет заправиться. Так, и тебе нужно тоже где-то гравий отменить. Что не так, руда, вальп и железная руда тоже не надо, только железо будет возить. Так, потому что у меня тут вроде бы, да, здесь еще нужно, чего никто не едет, строительная контора назначена. Ну странные люди. Так, незаконченный конвейер, незаконченный конвейер. Пешеходный. Чего им не хватает? А, странный.
Ну, все, наконец-то он без проблем теперь катается. Блин, мозгоеб. Так, теперь можно заняться другими насущными делами. Это. Так, у нас все построились, да? Домики. О, даже здесь уже стали жить. Отлично. Чего нету? Подожди. А, достать электронику. Господи, я-то думал, у тебя света нету. Не, ну здесь-то благо все есть. Да, трансформаторные будки стоят. Так, вот этот вот у нас стоит ему. А, ему кирпичи нужны. А где кирпичи? Так, а где ты этот? Вася. Ага, ты здесь. Так, ну ты, значит, кирпичи отвез, а. Где она? Тут есть кирпичи? Так, скорее всего, кто-то уже стырил их. Так, стоять. Так, ты. Ты не тырил. Ты тырил. А, вот кто стырил. Так, куда ты повезешь? Я надеюсь, ты на эту стройку увезешь, да? Вот. Отлично. Значит, у нас этот домик сейчас тоже достроится. Ну. Да, что-то я погорячился сказать, что сейчас он достроится. Ни хрена не сейчас. Это долго, 12. Потому что эти 12 кирпичей делаются, ну, очень-очень долго. Да, 12 тонн. Ну, представьте, а там 36. То есть, ему надо ходок сделать. Но, с другой стороны, давайте сейчас купим поезд, который будет курьер... Ой, точнее, электричку купим. Электричку вторую. Вот. И, надеюсь, вот на этом, скорее всего, и закончим серию. Да и, в общем-то, да, давайте лучше на этом закончим серию. Да, потому что, ну, вам ждать, когда я ее куплю, смысла нету, потому что я единственное ее куплю, покажу, скажу, вот она, я ее купил, да, и всего доброго. Так что давайте на сегодня все, пока-пока, с вами был я, Маэстро Квартира 1. Лайки, дизлайки на ваше усмотрение, подписывайтесь на канал, если вы первый раз пришли, ставьте колокольчик, не забывайте колокольчик. Нажимайте, ребята, и второе, не... Если вы подписываетесь, не отписывайтесь, просто колокольчик снимите и все. Потому что бывает такое, что отписываются, потом снова подписываются, и вот это вот туда-сюда я не для будет просто, так сказать, я статистику могу точно смотреть и посмотреть, как идет тенденция там и так далее. Вот, так что просьба, если вы захотели отписаться, вы просто колокольчик снимите и не будете больше получать уведомления. Ну, а напоследок, как всегда, играйте только в хорошие игры. Все, пока, до встречи и увидимся.